Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в хоррор. Ненавижу играть в хорроры, но у меня как будто есть выбор. Ну, типа, он опять... Это очередная игра, которая появилась популярна в Steam. И я просто не смог пройти мимо. Называется The Silence. В общем, здесь суть такова, что есть монстр, который ловит выживших, есть выжившие. Так вот. Выжившие. Цель выживших – как-то избавиться от Рейка. Они могут охотиться на него с оружием, которое найдут в арсенале. Или отремонтировать сломанную машину и сбежать. То есть они либо могут убить монстра этого, либо отремонтировать тачку и уехать. Так. Как отремонтировать авто? Автомобиль может быть где угодно на карте. Как только вы найдете машину, вы увидите список деталей, требующих ремонта. Окей, короче, тачку надо найти, и тогда узнаешь, что надо. Как открыть оружейное, как и машина, может быть, где угодно на карте. О, то есть на карте все рандомно спавнится. Это хорошо, хорошо. Как только вы ее найдете, вы должны изучить ее и разгадать тайну. Так, как защитить себя? Рейк — это зверь, который чувствительный к шуму. Поэтому следите за громкостью вокруг себя. Старайтесь вести себя как можно тише. Ну, как в ДБД, кстати, там тоже особо шуметь нельзя. После того, как Рейк поймает вас, вы можете использовать вспышку фонарика, чтобы нейтрализировать его и сбежать. Для этого вы должны убедиться, что в вашем фонарике достаточно энергии. Ну, ладно, давайте дальше. Так, Рейк. Рейк. Цель Рейка. Охота на всех выживших. Рейк сверхчувствительный к звуку монстр. Почти полностью слепой в условиях низкого уровня шума, но его зрение усиливается по мере увеличения уровня звука. Звуковые сигналы, бла-бла-бла. Навыки ускорения. Рейк начинает бежать очень быстро, хватая всех же выживших, с которыми он сталкивается. Улучшенное зрение. Рейк может на короткое время улучшить зрение без звука. То есть он очень херово видит, получается, да? Бля, с моим компом, с моим разрешением, которое я снимаю, это херово. Рейк приходит в ярость, если выжившие открывают арсенал, окей. Так, абсолютно. Прежде всего, спасибо, что дали нашей игре шанс. Вам спасибо, что дали мне вас снять, да. Хотя, как посмотрим, да. Ох, съедим наших друзей, съедим. Посмотрим заодно, насколько игра оптимизирована, потому что... Все вот эти вот проектики, где делают небольшое количество людей, их антипроекты, они обычно очень жрут мой компьютер, скажем так. И поэтому снимать 1920 мне крайне тяжело. Так что сейчас узнаем, пока идет загрузочка. Итак, In Silence, вот наше лобби. Как играть? Разработчики, параметры. Эти параметры, посмотрите, что там у меня. Текстуру ультра. Ой, давайте не будем вот высоко поставим, потому что я не хочу рисковать. И даже ощущение, что даже вот... Так, микрофон. Virtual Line. Даже не то. Так должно быть. Все, окей. Я должен что-то нажимать, когда разговариваю, интересно. Нет, ну, а применить есть, да? А применить, окей. Ладно, мультиплеер. Короче, если будет лагать, я остановлю и все сделаю как надо. Кстати, лобби у нас состоит примерно так же, как в ДБД. Смотрите, такой вот. Уху-ху, а где-то наш убийца где-нибудь тут за стеной в углу стоит по-любому. Ладно, ждем. Кстати, можете рассказать пока, как у вас настроение, как семья, как дети. Купили эту игру, играли? Нет, может, где смотрели, что думаете о ней? На что похоже? Забавно. Когда вы умираете как выживший, вы можете продолжать помогать своим друзьям, как мышь. О, крыски эти. Крыски везде помогают. Ну, в смысле, блядь? Нет. Ну, в смысле? Вы что, серьезно? У них же на записи такая жопа будет. Такая жопень. О, да. Давайте я поснимаю за убийцу немного совсем, потому что я с моим разрешением, с моим качеством картинки, это будет жопа для вас, особенно в ночи. Просто черные квадраты, вот я уверен. А, надо слушать, погромче сделать. Давайте послушаем. О, что-то там было. Ла-ла-ла. О, что-то тут. Ла-ла-ла-ла. Кстати, вы играли в эту игру? Нет, что делать надо вообще? Просто вот я бегаю, я прям... Такое ощущение, что надо в комнате свет вырубить. Хотя в хоррор, когда играешь, всегда надо свет выключать. Я не знаю, куда я бегу, я не знаю, зачем я бегу, я не знаю, что я буду делать. Я знаю, что они машину быстро починят. Ебать, карта здоровая. Смотрите, сколько я бегу, я уже... Так, здрасте. О, нашел край. Что думаете? Так, пробел, QE, это скиллы. Так. Опа. Опа. Все, я готов. Что тут?
Кто шумит, бляха-муха? Где крыса? Говорят, у меня хорошая, типа... Ах, вы вороны. Пидораски. Вообще ничего не понятно, на самом деле. Вот сейчас я развернулся, вообще ничего не вижу. Ладно, бегаем дальше. Может, я хоть кого-нибудь увижу? Ну, пожалуйста, я прям меня чувствую. Ау! Я знаю, на В, чтобы разговаривать. О, какой там... Ой, ёпта. Что это? Что, блядь? Ладно. Много ворон, много всего. Пацаны, я хоть одного увижу. О, песик где-то. Давайте послушаем. Слышите, бегает тварь. Вот. Вот вы где, твари. Ну давай, иди сюда, мой хороший. Эф, поймать, бля. Ой, ёпта. Так, это он меня фонариком ёбнул. Где он? Где эта тварь? Блин, такая анимация фонарика. А, вон, смотрите, бежит. Вон он бегает. Вот он маленький. Давай. Ой, я девочку съел, кажется, или нет? Девочка сдохла? Или что? А что, никто не сдох? Ну, кстати, лично меня это прям завораживает, а вот вас не знаю. Потому что у вас прям качество прям убого, я прям уверен. Так, 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 ладно. А на поиск. Так, шумят где-то там. Пойду искать, где шумят. Так. Ой, мне кажется, знающие люди, где машина, хоть кто не знает? Давайте постоим, послушаем. Если что, я тех ребят нашел чисто по звуку. А, где-то наверх можно подняться, давайте. Пойдемте наверх. Окей. Ага, здесь улица. Здесь спуск вниз. Где эти тупые звуки? Кто издает? Где? Как? Ну? Ай, пизду, все, я пошел искать дальше. Ладно. Кис-кис-кис-кис-кис. Вы где? Маленький. Вот ты бегаешь, да, и не понимаешь, где что, да? Я лично вообще не понимаю, где. Куда они эти вот кричалки какие-то позасунули? Ага. Так, я заблудился, точнее. Видите, и не здесь. Типа, куда они засунули их? Куда, наверх? О, так, тихо, ну-ка. Ага, наверх. Ух. Там пацану же, наверное, машины починили, пока я тут бегал. О, чучело. Нормально, минус один. Ага, все. Разобрался с одной фигней. Че, не сможешь спрыгнуть? Все, побежали дальше искать. Так, это ворона. Так, это не ворона нихера. Я только что тут ушел. А они опять там рычат. Ой, щука. Блин, когда играешь за убийцу, даже как-то кайфуешь, что ли, маленько. Но хочется, конечно, поиграть не только за убийцу. Смотрите, типа не видно его, да? Череп и умер. Нормально. А чё дождь пошел такой громкий? Кто вызвал дождь? Ути-пути. Второй мой сожранный, да, получается? А типа как под дождем угорать? Вот кто знает, а? Вот подскажите. Типа я вообще ничего не слышу. Или они машину починили? Там где-то что-то гудит. Но я двоих сожрал, получается. Да? Череп отключен. О.
А черепы, чё не бегал? Почему он спрятался в кустах и все? Так, я в доме еще не был. Я чувствую, что здесь что-то есть в этом доме. Так, так, ой, как я не завидую людям, которые будут смотреть. Я бы нафиг вырубил такое сразу. Так, ну, радует то, что не лагает. Кстати, вот помните, вначале сказал, что все зависит от разработчика, да? Ребята, молодцы. Потому что я снимаю, да, и у меня не подлагит совершенно. О, здорово. Ага, а чё он здесь стоял? Тебя тебя не видел, думаешь? А чё он сидел-то в кустах? Чё, Дима, я теперь настолько тупой, что... О, смотрите, мышка. Знаете, кто это? Это я кого замочил. Привет, мой сладкий. Тебя-то я и замочил. Типа, мышка может шуметь, скорее всего, да? О, опять темно стало. Тихо, давай остановимся, постоим. В той стороне где-то. Интересно, а здесь можно, типа, знаете, где-то встал в кустах такой, знаете? Просто я не знаю, как, видите, как мой чел выглядит. Может, он с фонариком ходит. Привет, мой сладкий. Ха-ха, ты можешь вечно здесь, брат, прыгать. Но тебя я замочил. Ладно, побежал я, короче, от тебя. Там телефоны не ждут, как говорится. Эх, ладно, так ищем. Короче, ворвался я в какой-то дом. А здесь прям пипец, телек шумит, смотрите. Пипец прям шумит. Так что как-то так. Ну, кстати, машины я так и не нашел на самом деле. О, здорово. Че стоишь? А че случилось? Пончик, ёкум-карёк, а ты что встал-то? Че, не смог найти машину, что ли? И расстроился. Блин, ребят, ну, не надо так меня разочаровывать. Машину ищите, суки. Что-то стоит на дороге прям. О, манекен. Понял. Я вообще ничего не делал, на самом деле. Я бегаю только, знаете, вот по этим... по звукам, и все. Самое забавное, вот сейчас я бегу в темноте. У вас там полная жопа, да? Мне кажется, здесь в темноте еще страшнее за убийцу играть, чем за этого. Мне кажется, здесь на какой-нибудь компкан нарваться или какую-нибудь хрень. Просто охренеешь от страха, подпрыгнешь сам. Учитывая, что ты постоянно, знаете, играете вот внимательно очень. Приходится внимательно играть и... Ну, то есть, вы очень сильно фокусируетесь. Если что-то резко произойдет, потому что игра заставляет вас фокусироваться на всем этом, то это будет просто шопка. Это, друзья, бегал и увидел свои руки. Это просто огонь. Никогда не смотрите на свои руки. Жесть. Кстати, что-то случилось, и я победил. Ох, ладно, покидаем, блин, надеюсь, я не буду больше по существам, я не хочу быть им, я хочу бегать, English, да мне, в принципе, пофиг, English, не English, на самом деле, пофиг, какой язык, так что давайте попробуем, надеюсь, я теперь буду выжившим, очень мечтаю об этом. Ура, я выживший, братья, здорово, я выживший, да. Я выжил. Здорово. Я буду пешком ходить, ура. Наконец-то я выживший. А как мне фонарики включать, он знает, интересно. Чего-чего, бегает. Ебаный брат. Сейчас я хочу увидеть убийцу на самом деле, потому что вот это скорее всего... Нет, не он. Это же человек просто с фонариком, скорее всего. А это кто у нас? Здорово. С фонариком ходишь, бляха-муха. Не ходи с фонариком. Нам нужно искать машину. Так, это место я помню. Здорово. Взять чучело. Не, не хочу чучело, блин. Фонарики. Капкан. Е взять. А как его зарядить?
А нахуй с ним. О, а чучело же можно брать, точно. И взять. Так. Теперь нам... Вот это кто там ходит, смотрите, с фонариком? Просто вдруг, если это убийца, допустим. Типа я... Без понятия, на самом деле. Как он выглядит. Значит, моя жопа будет гореть, когда меня поймают. Типа тут с фонариком там тоже ходит. Страхово как-то, страхово, честно говоря. Как-то за убийцу мне игралось поспокойнее. Бегаешь, знаешь, что тебя с... Ой, ёпта. Ёпта. Извините, извините. Это кто? Здорово. Не подскажете, как пройти до библиотеки? Пускай как пройти до библиотеки. О. Здорово. Все, пошли. Пошли работать. Здорово. Убийца какой-то такой всегда, правильно говорит, что он типа еще никого не убил. Может быть, стоит что-нибудь включить. Допустим. Телевизор! Валим нахуй, валим! Валим! Короче, я помню всю суть. А, блин, а было перед телеком капкан поставить. Я лошара. Тихо, он там видели, кто-то был? А, это он отключился. Зачем он отключается, если нужно найти машины и собирать инструменты? И они же читали, что делать. А что, один буду этим заниматься? Ну, на самом деле, мне даже интересно, чем буду заниматься, потому что... Я оружейный склад, хоть кто-нибудь нашел, нет? Нахуя отключаться, когда... Может быть, убийца-кемпер, ёб-мукарёк. Может быть, я рано телек включил? Пошел в шоп. Не ори, тварь. Как установить, допустим? О, на F комп включить. Так, как установить, допустим, капкан? Что-то светит. Пошел-ка я. Знаете, вот он чирикает, да? Он же шумит охуенно. Ое. А, вот, дома нужно обыскивать. Все правильно, говорите правильно. Человек, видите, дом. Обыскал, сразу видно, человек знал, что делать. Так. Ёпты. Я, пожалуй, тут постою. А что, мне нормально стоится? Так-то. Еще бы капкан научиться ставить. Я просто к ней научился. Я на все понажимал, мне кажется. А, X это присесть. Так, ладно. Будем искать капканы, значит. О, машина. Ключ, аккумулятор, колесо, топливо. Машина нашел. Карта тут есть? Блин, карты нет. Что надо? Ключ, аккумулятор, колесо, топливо. Так, колеса. Ебешься искать, нахуй, какого-то ангара. Бегаешь в ночи, ничего не знаешь, где что находится, да, и, типа, нужно машину найти. Я-то, может, колесо-то найду какое-нибудь, а потом ни хера не найду. Убийца, найди меня, может, убийца сам не знает, что делать. Может быть, здесь где-нибудь что-нибудь в колесе? Здесь? Нет? Нет, не тут. Ветер дует. А где он сидит вообще? Он вообще что-нибудь делает, нет? Блять. Вот давайте посмотрим ему в лицо, нахуй. Мама! Ба-ба-ба-ба-ба. Ой, в пизду, блять. Я в кустах засел. Каждый сам за себя.
Я ни в чем не виноват. Да ну нафиг. Что-то я вроде как при свете дня играю. Вроде играю при свете дня, да? При свете дня играю. А вроде как будто и в ДБ, да, точно так же в кустах прячусь. Блин, в ту сторону побежал. Тихо, меня нашел, что ли, блядь, да? Да, в смысле? А как он меня нашел? Так нечестно, вы умерли. Дайте, я хочу крыска тебе побыть. Теперь я крыска. А говорили, он ничего не делает, да? Может быть, он всем давал шанс. А, вот она, нахуй, не обидно. Видите, какой он сексуальный. Ну, пути-пути. Ну, что скажу? Скажу, что, в принципе, неинтересно играть из одного, из второго. Ах, лошара! А он слепой, нихера не видит. Тихо, а так? Нет? Понял, что я его развожу, походу, да? Ой, я вижу, как у вас подвесоны пошли. Ой, простите, из-за травы так лагает, я смотрю. Психуй, психуй, братан, психуй. Все нормально. Блин, тут мышкой играть, а крысой играть веселее, чем этим. Здорово, как дела? Думаю, что в доме что-то происходит. Крыса еще веселее играть, я же говорю, а вы тут. Тихо, блядь, убегать надо. Он спать. Походу, про крысу еще не спалил, что это крыса, возможно. Все, догадался, увидел. Увидел, скорее всего, что это я. Ой, ладно, друзья. В общем, вы поняли суть игры, да? А, выжившие чинят у нас эти... Выжившие у нас, значит, чинят машину, пытаются сбежать, либо найти оружейный склад и... Ну все, он понял. Короче, либо тачку чинят, либо пытаются сбежать. Ага. Либо тачку чинят, либо пытаются убить вот этого замечательного мужчину. Вот. Ага. Убил кого-то, неужели? Здорово, брат. А ты меня можешь крысу убить? Кис-кис-кис. Вот, а убийца цель поймать всех и убить. В общем, как так. В общем, ладно, всем счастья, здоровья, любви, всем пока-пока. Вроде, кстати, игра прикольная. Что-то новенькое, скажем так. Что-то новенькое, что-то интересненькое. Всем пока-пока.